Всем приветики. Иду, думаю, проверяю телефон, думаю, плохо снимает. Вот видите? Вот так хорошо. Ну, ладно. Чуть-чуть с вами. Лиса. Собачка. Да это не лиса, это собачка. Мы идем, девчонки, пропала. Они хвост обрезали. Ну, есть такие породы. У нас тоже лора была без хвоста. София, я общаюсь. Снова меня сбиваешь. Ага, иди впереди. Музыку мне включила специально, авторские права. Девчонки, вчера видео мальчишки не снимала. Знаете что? Женя был выходной. Ну, в общем, хотелось дома отдохнуть. Не снимать ничего. Сегодня тоже целый день. Я ничего не снимала. Я как бы пыталась, и у меня не получалось. Утром встала, Софию в школу провела. Потом пошла на рынок там за продуктами. Яйца покупала, пришла. А, Женю на работу провела. Потом пошла скупляться. Папа приезжал. Надо было продукты купить. В общем, пока папе скупилась. Папа приехал, забрал продукты, уехал. В общем, начала дома, занялась уборкой. Тут София со школы, пока ее покормила. В общем, пока поубирала и все. А сейчас идем мы с ней. София, музыка мне не нужна. Хорошо? Идем в музыкальную школу. Приехали. Время уже 4:30 вечера. Назад, наверное, на такси поедем. Идем, у Софии же завтра концерт. И нам надо украсить зал. Я вчера цветочки вырезала. Ой, у меня пальцы до сих пор не мыли. Вообще не чувствую два пальца. Ножницами столько надавила. Вон целый пакет. София несет цветочков разных размеров. Сейчас нам надо это все сделать. Я вам потом покажу. Фух, запыхалась бежать. Так, на улице у нас солнце целый день было. Ну, как видите, еще снежок лежит. На дороге уже растаял. Но холодно. Сейчас я иду, у меня рука уже замерзла. Я, наверное, сильно камеру шатаю. Вообще, надо, наверное, брать этот селфи-палку и на селфи-палку снимать. То я в руке иду, держу. Так что такие делишки. Мы живы, здоровы, все у нас хорошо. Ой. Сейчас вам вперед покажу чуть-чуть дорогу. Смотрите, вот такие цветочки вырезала. Вот это целый пакет. Их тут куча. Знаешь, как нам убрать и положить, легко сделать мне? Да, мы, мне Женя помогал. Этот, Женя помогал вырезать. Ну, он начал, потом ушел, я уже довырезала. Так. А еще кто будет спрашивать, вон там речка. София, это не речка, это ставок. А, это ставок. Здесь у нас находится шахта центральная. А здесь вот можно там. В этой речке купаться? Да. Ой. Нет, она грязная. Все такое серое, унылое, хмурое. Ну, хотя, когда была весна, мы тут фоткались возле ставка, очень даже красиво. София, помнишь, да? Да. Когда зелененькое, все а красиво. Еще я помню, как тут лягушки скакали. Квакали, да? Да. Лягушки квакали. Вот это у нас видел освиты. Марноградская рада. Видел освіти. Незалежна профспілка гірників України місцева організація. Відділ освіти Міністерства освіти і науки України. Фу, далеко находится очень музыкальная школа. На окраине города, можно так сказать. Ну нет, не в центре. Надо дойти. Ну, в принципе, пешком так минут 10. В принципе, и недалеко. Мы привыкли просто, что у нас все рядом, 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 рядом. Ну, ребенка, конечно, одного страшновато пускать. Да, у нас... Здесь музыкальная школа, ну, это как бы главная. И на Даманском, куда мы ездим на сольфеджио. В том году мы сюда ездили на сольфеджио. Холодно, забегай, зайка. Ладно, прощаюсь, потом включусь еще. Это наша афиша. Концерт классный. Одна.
Ага, вот такая. Красиво сделала Таня. Цветочки такие. Пойдем, пойдем. Пойдем. А, тут темно. Идем. Здание старое такое. Зато тут стены, знаете, какие толстые. Пойдем. Да-да-да, сюда. Налево. Вот там концерт, актовый зал. Все, пойдем. Вот так украсили. Марина, а ты вот тут будешь завтра деревья еще, да? Столбики. Вот это у нас будут деревья. Вот там тоже деревья. Там вот такие веточки свисают. Это ж мы столько повырезали вот этих цветочков. Видите, как они красиво висят. Сейчас как подпадают. Будет красиво. Еще гирляндами тут украсят. Мы здесь все попереставляли. Обычно всегда здесь стулья стоят. И выступаем в ту сторону. А этот раз мы наоборот сделали вот так. Стулья. Будет видеосъемка, чтобы детей удобно было снимать от окна. Ну, чтобы не засвечивалось. Вот. Красиво. Еще девочки доделают деревья. Будет классно. Да. Еще фортепиано. Все. Красиво. Ой, а кто, это вы цветы повесили? Ну да. Как быстро. Только шо. Как молодцы. А ничего, что на цветке нифига. Тряпка. Какая тряпка? Ну, не тряпка. А, вуаль. Угу. Ну, она на цветок не, ставит. Его надо закинуть. А, их надо убрать. Ну да? Тряпка. Угу. Или пусть будет. Да пусть уже так. Да не, надо я убрать. На желтую бы еще накинула. Всем привет еще раз. Ну что, мы приехали уже домой. Представьте, мы так долго вот эти все цветочки делали. Все пока вырезали, нанизали. Ой, ну в общем, время уже без 28. Вот это только домой прибыли. Зашла в магазин. Девчонки, знаете, что хочу? Рыбу. Купила рыбу. Сегодня днем видела, такая красивая рыба. Сегодня только привезли, купила. Микки. Микки. Все, она соскочила. Она заскочила на стул. Представляете? О, акробатка. Тут сумка моя стоит. И она к сумке заскочила. Микки, ты вообще у нас. Вообще акробатка. И мне так захотелось рыбки. Я зашла, купила рыбы. Знаете, что еще? Пиво. Хочу пиво и рыбы. Сейчас буду пиво пить с рыбой сама. Женя придет аж 10:30. Но я же не скажу, ну, тоже тебя рыбка и пиво ждет. Печенька купила. Ну, сейчас вам покажу, что купила. Купила себе вкусняшку. Знаете, что купила? Сейчас вам открою, покажу. Это после пива будет десерт. Ой. Купила тирамису. Так аккуратненько несла домой. Вкусняшка. Тирамисушка. Класс. Все, сейчас в холодильник уберу пока. Ну, пока не буду. Сейчас на стол отдельно. Так, тирамису вам показала. Сейчас печеньки. Ну, вот эта печенька я вам всегда показывала, да, с шоколадками, вы знаете. Еще вот это люблю печенье. Оно такое, ну, такое Женя берет на тормозок. Оно сладкое, я его сильно, ну, практически не кушаю. София любит Жене, а я люблю вот такое вот печенька. Вот, оно такое не сладкое идет. И тут семечками вот подсолнуха семечки. Потом, по-моему, кунжут. По-моему, льняные тоже бубочки. Такие печеньки купила. Так, так. Пивандрик. Так захотелось. Не знаю, купила в магазине такой. Я не знаю. Я в пиве не разбираюсь. Ну, светлое. Ладно, попью. Сейчас стаканчик пива с рыбой. Рыба у меня. Две рыбы. Одна горячего копчения. Смотрите, какая красотка. Вот.
горячего копчения. Ну, она небольшая такая. Вот такая рыбка. И тунец. И тунец какой красавчик. Смотрите. Кто хочет уже пиво с рыбой? А ну, признавайтесь, пишите. Кого раздразнила? Так, еще. И взяла немножко, ну не знаю, посоветовала мне девочка-продавщица знакомая. Красная рыбка. Она уже замаринованная, такие кусочки. И сказала, очень вкусная, берут хорошо. Как раз они только открыли такой контейнер. Не знаю, завтра на бутерброды с хлеб с маслечком и с кофейком будет нормалек. Да, Микки, ты права. Раздразнила вас? А сейчас кто-то скажет, а мы не любим рыбу и пиво. А мы любим. Чего не покушать? Я, конечно, все не скушаю. Это большая рыбеха. Даже не знаю, с какой начать. Может быть, мукбанг снять? Пиво с рыбехой? Может быть. Сейчас посмотрю. Подумаю, снимать или не снимать. Так, эту рыбу убираю в холодильник. Микусик, я тебе кушать насыпала. Ладно, все, прощаюсь с вами или не прощаюсь. Сейчас не попрощаюсь, потом, не буду снимать. Не знаю, как быть. Подумаю. А если что, до завтра. А если что, мы продолжим. Все, всем пока. До встречи.